вот смотрите, не так берем. Так, вверх. Отсюда. Так, сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Денис и Никита, пока сели на колени. Денис, Никита, сюда. Денис, вот почему пояс не готов? Бегом, поднимай пояс. Сейчас мы посмотрим, как у них получится. Сюда. Захват. Значит, задача. Встали в стойку. Берем двумя руками за пояс. Так. Юрий Александрович, вытолкни здесь. Можно или нельзя в этом положении? Не очень хорошо, правда нет? Давайте так, без бросков, Никита, Денис, ваша задача как бы вытеснить противника, но потихонечку хочу посмотреть, получится или нет. Нет, нет, нет. Как обычно захват держим, по три. А ну постарайся как бы вытолкнуть соперника. Вытолкнуть. Дальше, наверное. Сейчас посмотрим. Стоп! Ага. В принципе, можно, но боюсь, что там в конце как бросит. Да. Может быть, да? Может, если он упадет. Обязательно бросит. А если не будет бросать, значит, он на него упадет. Ну, здесь стоят. Но все равно долбанется. Все, спасибо, садите. Все. Значит, внимание сюда. Встали. Взяли захват по трынке. И боремся по трынке.